На заседании Рязанской областной думы 23 марта депутаты утвердили изменения в региональном законодательстве, предусматривающие снижение налоговых ставок для предприятий обрабатывающей промышленности, использующих упрощенную систему налогообложения. Предлагается на 2022 год в три раза снизить ставки налога, выплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, то есть с 6 до 2% при налогообложении доходов и с 15 до 5% доходов, уменьшенных на величину расходов. Воспользоваться преференциями смогут более 3000 налогоплательщиков субъектов МСП. Сумма налоговых расходов региона оценивается в 223 миллиона рублей. Предлагаемая инициатива была поддержана на расширенном заседании штаба 11 марта с широким участием предпринимательского сообщества. Преференциями смогут воспользоваться более 3000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Отметим, что для этой категории предпринимателей в регионе уже действуют льготы, которые были приняты в период пандемии и затем продлены на 2022-2023 годы. Среди них понижение в два раза ставок для организаций предпринимателей, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые столкнулись с ковидными ограничениями, понижение ставок в три раза для налогоплательщиков, перешедших на упрощенную систему налогообложения. Также в числе мер поддержки налоговые каникулы, которыми могут воспользоваться все субъекты бизнеса Рязанской области.